А вообще это фестиваль арт-антропологии, то есть художественного антропологического исследования того, что с нами происходит в этой пандемической драматической ситуации, начиная с весны. Мы собрали работы художников и пригласили экспертов поговорить о депрессии, тревожности, связанной вот с этим очень сложным периодом в нашей жизни и вообще с 2020 годом. Выставка поделена на две части, по большому счету, и это получилось благодаря самим художникам. Одна часть – это внутренние, субъективные психологические переживания, тревоги и депрессии. Мы решили на себя примерить роли семи смертных грехов, которые в качестве пороков вылились в карантин через нас всех. Мы гиперболизировали эти пороки, и вот наши лица представились этими пороками, чтобы мы могли посмотреть друг другу в лицо и узнать, хорошо мы поступаем или плохо. Вторая часть связана с социальными проблемами. Наша задача была рассказать о культуре насилия, то есть о системе нормализации и поощрения гендерного насилия в обществе. Мы обратились в кризисный центр, попросили интервью у женщин, пострадавших от насилия. Мы решили, что на эти истории мы сделаем серию иллюстративных плакатов. Один плакат раскрывается с помощью другого. Помимо тех работ, которые присутствуют на выставке, это наши студенты, дизайнеры, художники Института искусства и культуры, которые делали проекты специально для этого фестиваля на курсе «Теория и практика современного искусства», мы дополнительно решили запустить open call по всей России. И неожиданно за 10 дней мы собрали более 60 заявок со всей России, география от Томска до Владивостока, у нас даже есть заявки из Чехии и Беларуси. И получился такой сложный, интересный, комплексный материал, который освещает эту проблему с разных сторон.